Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на канал Таро Юлия Петрова. И сегодня мы с вами рассматриваем на новой колоде. Такая красивая упаковочка. Пока смотрите, сосредоточьтесь на человеке, которого вы сегодня привели на расклад. О чем он сожалеет, сейчас будем считывать. Подумайте о мужчине, загадайте его, дату рождения, имя проговорите. Все как обычно на моем канале. У меня правила такие. Давайте чуть-чуть поближе вам поднесу. Вы полюбуетесь интересным этим глазиком, да, интересной рубашкой. И мы с вами начнем, как всегда, с сигнификации ваших отношений, что у вас происходит на сегодняшний день. А вы мне в комментариях напишите обязательно, понравилась вам в работе моя новая колода или нет. Надо ваш отзыв обязательно. Ваше одобрение. Посмотреть, что вы думаете. Мне лично колода это очень нравится. Я уже попробовала сегодня на ней поработать. Вот, так сказать, для своих погадала. Все, в принципе, достаточно было неплохо. Поэтому давайте протестируем сегодня на канале ее тоже. По вашим отзывам будет понятно. Ваши отношения сегодня. Какие с человеком, которого вы привели ко мне на расклад? Вы знаете, такое впечатление, что отношения у вас с человеком, который либо не свободный мужчина, женатик, да, либо просто имеет несколько дамочек. Либо мы смотрим сегодня на человека, который, в принципе, по большому счету, очень себя ставит на высокое место, да, в принципе. То есть такое впечатление, что человек, который достаточно высокого о себе мнения, достаточно у него, по большому счету, такой высокий ранг в своих собственных глазах, да. Человек здесь абсолютно точно говорит мне о том, что отношения с вами для него – это отношения, в которых он чувствует себя мужчиной. Он, может, вам об этом даже говорил, о том, что… Сейчас немножко свет, девчонки, уберу. Что вы делаете ему вот эту вот такую вот, знаете, такое ощущение, что он ощущает себя достаточно на высоком месте рядом с вами. Мужчина может быть не свободен, может быть находиться с кем-то в доме. Да, к вам он идет по рыцарю кубков, пятерка мечей. В принципе, по большому счету, я думаю, что вы сейчас находитесь по разным сторонам баррикад, потому что у меня такое впечатление, что у вас немножко недопонимание сейчас идет. Вы не понимаете, что в отношениях происходит вместе с ним. Да, вы знаете, действительно, конечно, во-первых, человек достаточно активен в вашу сторону. Во всяком случае, больше воспоминаний идет почему-то. Может быть, отношений нет, либо они в паузе находятся, потому что почему-то очень много о прошлом идет, да? То есть момент идет воспоминания о прошлом, как было раньше, что было между вами до этих отношений, которые сейчас между вами уже сложились, да? То есть такое впечатление, были большие грандиозные планы. Что-то такое вот стремление вверх, да? Вот такое вот у меня здесь идет. Давайте оракул сейчас возьмем. На оракуле дополним, что между вами происходит сегодня. Вы знаете, кто-то здесь за вами подсматривает, за вашими отношениями кто-то наблюдает. Я бы сказала, это может находиться человек, который здесь действительно через этого императора с этой стороны, да, наблюдает за вашими отношениями. Здесь есть кто-то дополнительный, кто-то еще. Тот, кто здесь, в принципе, по большому счету, в ваших отношениях, наверное, третье лицо, да. Есть ли такой человек в ваших отношениях, обязательно напишите в комментариях. Смотрю заодно, как у вас проигрывается этот расклад. Ну, вы понимаете, да, что мы смотрим только расклады, в
которых ваша сигнификация, девчонки, чтобы потом вы не писали мне никакие комменты другие, да. Мне надо только те, кто понимают, о чем мы здесь говорим. Вот если ваша история, ваша ситуация, едем дальше. Значит, давайте смотреть по поводу все-таки, чего он там пожалел по поводу вас, о чем, что вот в плане ваших отношений, какие сожаления человек сейчас мне покажет. Знаете, наверное, он сожалеет, что вовремя, девчонки, вот внимательно слушайте расклад, вовремя он не сделал какой-то шаг навстречу вам. Здесь либо месяцы, либо годы даже, я бы сказала, ушли на просто ни на что, наверное, на его вот этот отёл вечный. Вечно он что-то тут думает, никак не надумает. Знаете, что он не дал вам шанс. Шанс на большее. Так и оставил вас, скорее всего, здесь в какой-то либо тайной женщине, да, по верховной жрице. Либо вы действительно, либо он завел, если вы жена, он завел себе любовницу. И он жалеет о том, что он это сделал. Мы смотрим только на сожаление сегодня, мужчины, да. Так вот, давайте говорить о том, что здесь карта мага. Манипуляции тоже какие-то, может быть, с его стороны. А сейчас уже нет хода назад. То есть нет возможности вернуть то, что уже упущено. Такое впечатление, что упущен временной момент тоже здесь. Поэтому я бы сказала, что по большому счету, да, конечно, вот какой-то его, может быть, чересчур эмоциональность. Ваш какой-то вот этот режим непонятный, да, советской власти, да, в коммунизме он оставил вас в каком-то в отношениях, не разрешил вам выезжать за границу, да зато ему можно. Ну, вот такое вот впечатление что-то у меня, да. Туз Пентакли, что он не дал вам шанс, как женщине в его жизни реализоваться. Не дал он вам шанс. Самооценку, может быть, где-то приглушал вам. То есть, и он жалеет сейчас. Видимо, мужчина достаточно взрослый на раскладе сегодня. И, девчонки, ваши товарищи сегодня сожалеют о таком. Еще что он мне скажет, о чем сожаление его по поводу вас на сегодняшний день, к чему он пришел, какие еще выводы он сделал. Вот вы знаете, давайте говорить о том, что если мы с вами на сегодняшний день говорим о мужчине, который, в принципе, по большому счету, достаточно эгоистичный человек, так как он вышел, да, у вас в императоре, а еще и карта солнышка, наверное, все-таки человек сожалеет о том, что он в своем вот каком-то таком эгоизме искупался и заигрался в нем, что он слишком себе много позволил, что он не дал возможность развития. Ну, действительно, клубок так и не размотался в ваших отношениях, к сожалению. Я бы сказала, что если вы королева кубков, это дама водной стихии, то здесь абсолютно точно даже по стихийно может проиграться. Либо асцендент у вас может быть в воде. Конечно, не обязательно, но это все-таки может так произойти. Он жалеет, наверное, о том, что держит ваши отношения в треугольнике, либо держал их в треугольнике. На это ушло здесь очень большой кусок времени, чтобы вы понимали, что я здесь вижу, да? Я здесь вижу отношения, когда время просто, вот, просто упущено, чтобы вы понимали, да? То есть сейчас пришла пора решать что-то по поводу вас. То есть, да, дверь была все время открытой. Вы же видите, какое здесь правосудие. Здесь дверь была всегда открытой, то есть он просто сюда не вошел, по большому счету, вы же понимаете, да? То есть можно было, можно, но он так и оставил это все на уровне троечки кубков, да?
То есть так и оставил он все это по треугольнику с третьими лицами, продолжал он тут жонглировать что-то. Может быть, в какой-то момент отношения сменялись, и может быть, вы даже вместе не были, перерывы тоже в отношениях частое явление в треугольниках. Ну тут посмотрите, что ж такое-то. Хочет сказать. Ну давайте тогда так и выложим уже эти три карты. Давайте сделаем так, раз высшие силы так нам сегодня приказывают, да, мы и карты переворачиваются рубашкой кверху, давайте эти карты я открою в конце расклада, чтобы мы понимали самые, так сказать, видимо, большие сожаления его, так что мы эти карты оставим вот здесь. Хорошо, продолжим работать на Таро. Ну, я думаю, вы сейчас к этому моменту можете уже нажать на паузу и, в принципе, написать комментарий по поводу самих карт новой колоды. Что вы думаете по поводу этих карт? Не забудьте, пожалуйста, оставить свой отзыв. Для меня это очень важно. Ну, давайте смотреть дальше. Еще его сожаление. Что он еще скажет? Вы знаете, между вами всегда было расстояние, всегда была какая-то вот эта вот вытянутая рука, да, то есть вот это моя территория, это твоя, твой горох, мой горох, помните, раз горох, два горох, советский мультик, я вообще мультики люблю. Здесь вот такая вот история, что он так и не впустил вас дальше. Вы жили вместе, вы были любовницей здесь, вы были девушкой, вы были кем угодно, неважно. Самое главное это то, что человек так и остался с вами на дистанции. Между вами расстояние, и вы вдвоем воете на Луну. Вам обеим трудно, вам сложно в этих отношениях, и вам, и ему. И он почему-то до сих пор вот как-то так и не сосредоточился, так и не поставил здесь какие-то точки над «и». Так ничего здесь такого и не произошло в дальнейшем, да. Я могу сказать, что он жалеет о том, что он был папажу кубков, да, что он мало давал, что здесь он по дураку, что он был вот такое отношение, знаете, может даже где-то халатное к вам. Захотел написал, захотел не написал, захотел позвонил, захотел не позвонил, проявился, не проявился, появился, не появился. Вы понимаете? И это, конечно, ведет все к тому, что ваши отношения, они немножечко как бы вот в прошлом остались. То есть настоящее уже пришло, но не в отношениях. В формате ваших отношений это настоящее, но так и не наступило. И он понимает, что здесь вот этот, здесь очень сильно четко считывается, что потерян вот период просто, временной какой-то момент, очень серьезный, когда надо было действовать, не действовал, когда надо было, вы ждали звонка, не звонил, домой не приходил, не оставался, может быть, с вами. Все время ему куда-то надо. Это вот эта история, девчонки, у нас сегодня на раскладе. Ну и что еще? Еще его сожаления по поводу вас. Ну, самые такие вот, о которых, в принципе, он осознает уже как постфактум, да, наверное. Король жезлов не дожал. Он говорит, я не дожал. Я не до. Что я все время что-то здесь кирпичи клал, да, строил что-то. Так мой недострой остался. Знаете, это как высотки. Вот эти вот модные, дорогие высотки. Вроде все строится. Вроде берут первый взнос, да, ипотека вот платится. А недострой стоит. Так вот вы, наверное, все видели в жизни и знаете о таких недостроях. Вот это у него в жизни такой недострой, понимаете? Вот здесь такой вот пример простой, да, про этот недострой. Но реально, тройка пентаклей, четверка кубков. Он все ждал, что что-то вот судьба как-то поменяет курс. Вот что поменяется, что-то произойдет. Какой-то должен был быть шанс для него. Но он этот шанс не получил. Хотя двери, как вы помните, если вернуться немножко назад на расклад, вы будете видеть, что здесь справедливость, да, здесь как бы открыта дверь была. То есть дело в том, что человек не сделал ничего для того, чтобы произошли перемены в этих отношениях и рост какой-то. И это долго тянулось. Это до того тошнотворно. Я не представляю, сколько у вас тут терпения, девочки. Я же говорю, это если не месяц, то на года, скорее всего, у многих.
очень долго, очень он долго, просто нереально. И он сейчас понимает, оборачиваясь назад, наверное, все-таки в каком-то возрасте мы все начинаем думать, а к чему мы, собственно, пришли вообще. Вот у него такое впечатление, что он сидит тут и думает, чешет затылок, да? Так. Да, с вами, конечно, это любовь. Это любовь, взаимная обоюдная любовь. Тут не в одни ворота, здесь любовь взаимная, здесь тяга к вам какая-то ненормальная просто. Здесь у многих мужчину, конечно, горькая увела, да, либо какие-то пагубные привычки, либо гульки. Из-за этого постоянные недочеты в отношениях, недопонимание. Потому что дьявол по двойке кубков, ну, вроде и любовь, и вроде вот как бы что-то мешает. Дьявол — это все равно излишества какие-то, понимаете? Это слишком, сверх что-то. Поэтому здесь, конечно, вот как-то он так, так вы и остались вот этой мечтой несбыточной. Несбыточной, недоговоренности какие-то, да, что-то он недоговаривал, недосказанности вот эти вот. Хотя по двойке кубка вы очень хорошо вместе время проводили, у вас очень хорошие разговоры, здесь очень хорошее понимание друг друга, здесь ощущение на расстоянии друг друга, но здесь есть дьявол и пятерка жезлов. Что-то вам мешает. Я бы сказала, это либо человек любит гулять, либо выпивать, либо он, ну, он пристрастен к чему-то по нижней чакре, да. Это все такие, так сказать, по низким вибрациям моменты, да. Ну и, конечно, что здесь еще надо сказать? Здесь еще надо говорить о том, что, наверное, все-таки в этой ситуации дьявол и пятерка жезлов все равно наверняка будут говорить нам о том, что он привязан к вам, конечно. Может, даже как-то нездорово. Может быть, какие-то вы фрагменты, так сказать, приложили какие-то усилия здесь для того, чтобы человек был к вам привязан. Но у него вот есть такая привязка, и ему так кажется, что он и не раскрутил вот это. Тяга у него до сих пор к вам осталась, но он так и не раскрутил с вами отношения. Хорошо, давайте переходить к нашим оракулам, которые у нас здесь повыпадали. Захотелось уже три выложить. Так сказать, завершим это все на такой ноте интересной. Значит, смотрите, а что у нас из оракулов идет? Вы знаете, человек, по-моему, неправильно понимает ваши отношения. Ваше доброе отношение к нему, ваша мягкость, может быть, умеренная жесткость. Но такое впечатление, что он сам себя наказывает здесь. Он себе вот в отместку как-то вот эти отношения вот просто бросает вот так вот с разбега, да. Вот такое впечатление, вот обрыв, и человек бросает эти отношения. Все, вот как будет, так будет, знаете. Как такой бумажный самолетик. Куда прилетит, там и будет, как получится. То есть здесь... Во-первых, он демонстрирует какую-то выдержку перед вами, что он мужчина, что он может довести какое-то дело до конца, чтобы вы не думали о нем плохо, чтобы он для вас не казался каким-то мальчиком там непонятным, да. То есть вот как-то так. И он, конечно, он может быть и говорит какие-то вещи, может в прошлом говорил, да, какие-то вещи, которые так он не сдержал здесь обещания, к сожалению. И он себя наказывает за это. Он до сих пор себя за это будет, так сказать, терзать. И, девчонки, здесь человек очень болезненно. Ваши отношения вот здесь, даже если вы вместе, не вместе, абсолютно не имеет никакого значения. Здесь человек просто, который достаточно тяжело переживает какие-то внутренние моменты. У него здесь просто, вот знаете, я стойкий, крепкий мужик. И у него вот на это вот весь упор по жизни. Посмотрите, какой я весь классный, крутой, сильный, деловой. Какая у меня стабильность и вообще. То есть это про вот такое вот здесь речь идет. Такой вот у меня был для вас сегодня расклад. Я надеюсь, он вам был полезен. Вы хорошо провели время. Если вы досмотрели до конца, обязательно дайте знать в комментариях. Будет очень приятно, потому что я очень стараюсь. И эти расклады, конечно, хотелось бы, чтобы вы всю эту информацию, если ваш расклад смотрели
до конца. Мои дорогие, я с вами на сегодня прощаюсь, и мы встречаемся с вами в следующем видео. Всего доброго, до свидания.